Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале очередная распаковка товаров из AliExpress. На этот раз к нам приехала интересная настольная лампа. Итак, сегодня произведем ее распаковочку, посмотрим на внешний вид. Данная лампа примечательна тем, что она имеет две секции, то есть две составные части, которые обеспечивают двойное освещение, что делает ее идеальной для чтения или выполнения других разных задач одновременно. Лампу можно заряжать через USB, что делает ее очень удобным в использовании и устраняет необходимость в батарейках. По поводу встроенного аккумулятора информации у продавца нет, но по отзывам на AliExpress до 4 часов данная лампа может проработать. Лампа оснащена светодиодными лампами с регулировкой яркости, которые можно регулировать в соответствии с вашими потребностями в освещении. Читаете ли вы, работаете или отдыхаете. Складная конструкция лампы обеспечивает ее хранение и транспортировку, что делает ее отличным вариантом для тех, кто всегда в пути. Данная лампа в комплекте имеет только USB штекер для зарядки. Производитель заявляет, что время зарядки примерно от 4 до 6 часов, а полностью заряжен и способен работать данный прибор до 4 часов. Режимы работы лампы вы можете видеть сейчас на экране. Также хочу заметить, что лампы присутствуют показатели часов, даты и времени, а также датчик температуры. Есть интересные подставки для ручек, и в целом лампа изготовлена из такого достаточно неплохого пластика. Выглядит достаточно эффектно, могу сказать, что достаточно практично. Лампа не мерцает, действительно дает приятный мягкий свет. А разные цвета освещения тоже подойдут для разных, так сказать, глаз. Покупали мы данную лампу на AliExpress, ссылочка будет в описании. На данный момент цена на данную лампу, включающую встроенный аккумулятор и дисплей, составляет 490 гривен. Ссылочка на данный товар будет в описании. Мне лампа понравилась, могу рекомендовать. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Также, кстати, у продавца вы можете посмотреть другие конфигурации данных ламп. Их там несколько видов. От совсем дешевых без аккумулятора до такой, как у нас, максимальных параметров. Ну а всем, кто смотрел данное видео, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых видео. Пока-пока.